Виктор из Франции попросил отбить гараж и отдать вам мотоцикл, которому принадлежит Барабашан. Ну, пришли, не нашли ключа от мотоцикла. Потом пошел к Виктору, где у него дом. Нашел, пришлось вот тут вырубать трава. Покажу, какая куча, пока открыли. Вот она, вот она. Позвали Андрея. Андрей на машине. Газель знает как. Прошла она с нами, миссионерская машина. 120 тысяч километров. А теперь вот и в гараж проникли. Там мотоцикл хороший Викторов, Ямаха. Куда-то мы ездили на Благовестие. Да, как... Есть что вспомнить. Как он убирается с подножки, тут тоже вопрос еще тот. Вот как-то... Там картон, все как-то закрепите чуть-чуть, чтобы под машину не попал. Там два шлема у меня сзади, возьми его на полке. Пока заверни туда влево, потом возьмешь. Ну как будто все, Андрюш, поставишь на место. Как оно у тебя стояло? Не нужна машина-то так? Нет. Ну все, ставь. Все, Игорь, зайди ко мне. Посмотрите, еще не хватает. Да. Этот, тебе нужно нет это, вот сумочка-то. Да, если нужна, можешь мне отдать. Я ее привяжу на вешку бульдозеристу, где нажимать. Все, Андрюша, ставь на место. Сейчас, подожди. Зайди, и ты на левой, там увидишь, на второй полке два шлема. Хорошие. Хорошие шлемы. Вот я иду сюда. Второй шлем бери. Это тут на полке, это не на улице. Настоящие шлемы. Это когда едешь ты один и с кем-то. Вот она, наша газель. Прошла до Владивостока, порт Находка, а потом Лиссабон, Скандинавия, Прибалтика. Мало машин таких, чтобы с Благой Вестью. Зеркалом не зацепи только. Во-во-во-во. Андрюша его ставит. Сейчас. Подальше маленько, дальше еще. Вот так, хорош. Замечательно. Все, закрывайте. Посоветуйтесь, чего как. А там огонь горит что-то у ней. Вон вверху-то, это что, отсвет? Нет, это... А что, тебе не видно разве? Не-не, это красная просто лампочка, стекло такого цвета. А, ишь ты как. Ну давай, закрывайте сами. Все, я не открывал ее ни разу. Видишь как, братья, что значит в общине быть? Община, это все. Родные братья. Брат из Франции дал указание. Братья покупают, другие помогают. Вот все. Так. Гараж где висел, повесь, а от мотоцикла забирай. Ты видел там на гвозде. Ну вы вдвоем посмотрите, чтобы он завелся-то. Он не заведется, я его повезу. У него аккумулятор, кажется, дома. Так, теперь мы... Все к вам. Ну да, повешай, иди, сходи. Спаси Христос, Андрюша. Так, эти ребята-то приехали. Если они желают, могут прийти ко мне жить. Не знаю они. Они у Лёшки живут. А, у Лёши? Ну, имейте в виду. Я их каждый год приглашал в лагерь. Ну, не что-то там домашние дела не ладились. Ага. Я ездил с Виктором. Он хорошо ездит. Да. Вот так. Ямаха. Что он тут наездил? Я не вижу.
перчаточки тут у него, ключик включенный, зеркальце. И здесь зеркальце второе. Ямаха. Ямаха на деле благовестия была у нас. Помогла. Так, что от меня нужно? Ну, говорили, что-то написать. А? Написать что-то вам надо, нет? Ничего не надо. Повешай ключик и все. Потом напишите, что я вам отдал в целости и сохранности. Дома маленькую бумажку напишите мне. В присутствии Андрея Устинова по указанию Виктора Николаевича из Франции. Вот так вот. И распишись. Сегодня число у нас, по-моему, уже 27-е, да? 27, наверное. Все, давайте. Бог помощь, чтобы он послужил. Ну, так-то мотоцикл у него никогда не барахлил. Тут где-то какая-то камера висит. Посмотри сразу. И нужна она, нет? Камера. Не камера, а покрышка видна. Вон она внизу висела. Вот, посмотри. А, нет, нет. Все. Пропащая, да? Выбросили. Ну, все, больше у меня ничего нету. Наилучших благ вам, чтобы она ходила не хуже, чем у Виктора Николаевича. Так, посмотри, сколько он набегал. 20 тысяч с половиной. 20 тысяч с половиной. Это считается хорошо? Ну да, хорошо. Так, а еще здесь вторая-то скорость? А тахометр, наверное. Ямаха, это что, японский? Японский, да. Хорошая машина. Да, наверное. Так, во славу Божию. Все, покатил. Да, с Богом. Да благословит вас Господь, братья. Все, закрыли, ушли. Как все хорошо жить с Богом, со Христом. Все общее, дорогое, близко, даже продать, и все безобманно. Ну, у нас вот все эти...